Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас обзор заказика Yves Rocher по бланку. Очень долго делала, девчонки, этот заказ, потому что не могла найти тот каталог, в котором будут мои любимые духи на сегодняшний пока момент в Yves Rocher в подарок, в котором они вообще будут присутствовать в каталоге, и можно будет по коду их добавить в подарок. Бланк-то великое множество было. Я делала, по-моему, 9 Риш, 8 Ра-80. Вот по этому бланку я делала заказ. И нашла у девочки одной на канале обзоры каталогов Yves Rocher. И там был августовский каталог. И вот в нем был тот парфюм, который я очень хотела получить в подарок. Сейчас я вам обязательно покажу. Заказик пришел достаточно быстро по почте. Я первый раз заказывала по бланку. Так, первое, что я взяла, девчонки, это вот такое вот средство для снятия макияжа с глаз, с василечком. Слышала, нахваливают его многие, решила тоже попробовать. Акция в каталоге в августовском была 1+1 именно на это средство. Так, где здесь по-русски? Средство для снятия макияжа с особо чувствительных глаз. Очень захотелось мне тоже попробовать. И выглядит классно. Аромата никакого не чувствую. Еле уловимая одушка вообще не чувствуется. Ну, если это гипоаллергенный уход, да, раз для чувствительных глаз, то мне кажется, должно быть круто вообще. 200 мл здесь, по-моему. Да, вот так. Так, что было еще у меня в заказе? Я заказала, ну, набирала, девчонки, на самом деле, сумму до 1000, чтобы получить подарок. Сильно особенно мне ничего не нужно, хотя, конечно, из Yves Rocher хочется абсолютно все. Мне безумно нравится пока эта марка, я кайфую от ароматов. И средства для кожи мне тоже очень нравятся. Я взяла из линейки Себа Вежиталь вот такой вот гамаш, по-моему, да, очищающий гель гамаш 3 в 1 против черных точек. Активный ингредиент — салициловая кислота растительного происхождения. Утром и вечером на влажную кожу. Здорово, что это средство для ежедневного применения. Я такие люблю, да, как гамаш от Avon из линейки NutraEffect. Вот, его я тоже на ежедневной основе использую, все прекрасно. Сейчас посмотрим с вами на текстуру. У меня из этой серии есть тоник, у меня из этой серии есть крем и что-то еще, девчонки. А, и гель для умывания. Вот я решила добрать, потому что серия мне безумно понравилась. Поэтому решила взять и вот это средство попробовать. Я уже вижу здесь много частичек. Это действительно гелевый продукт. Вот такой вот он, коричневый, персиковый даже, я бы сказала. Запах, по-моему, как и у всей линейки. И я вижу, девчонки, здесь вот совсем маленькие частички разноцветные. Я вам сейчас покажу поближе. Вот, девчонки, смотрите, какая текстура. И здесь вот какие-то мелкие-мелкие частички. Мы сейчас с вами попробуем разнести, насколько они будут ощущаться на коже. Вот. Ну, давайте попробуем. Ой, класс! Они достаточно острые. Мне однозначно понравятся, девчонки. Они достаточно ощутимые, скажем так. Их много, они очень мелкие. Я обожаю такие продукты. Запах, да, как у всей линейки. Ой, супер, как здорово отшлифовывает. Смотрите, и когда работаешь с продуктом на коже, он начинает пениться слегка. Вот так он вспенивается. Вот, уже видно, да? Вспенивается и действительно круто отшлифовывает. Но это не мягкий продукт для тех, кто не любит скрабы, гамажи и агрессивный уход. Это не ваша история. Я люблю агрессивный уход, мне нравится. Поэтому я уже влюбилась практически, девчонки, в это средство. Частичек много, они угловатые. Они не круглые, как бывают, знаете, такие вот просто по коже возишь. А частички, которые действительно на вашей коже работают, отшлифовывают. Мне кажется, оно подойдет для любого типа кожи, не считая прям крайне чувствительной, да, и просто обладательницы той кожи, которая вот не любит, да, такой уход. А так и сухую очень круто будет шелушение все убирать, отшелушивать, потом какой-нибудь питательный кремушек и огонь. И для нормальной, для комбинированной вообще это будет находка. Очень классный продукт, мне понравилось. Вот именно соотношение частичек и их структура прямо это мое. Очень захотелось мне попробовать бальзамчики для губ. Причем я взяла оттеночный, 149 рублей, по-моему, он стоил, приходит запакованный. И здесь у меня оттенок манго. Я надеюсь, что и вкус такой будет. Сейчас с вами все посмотрим поближе, а я пока сотру свою помаду. И вот такая вот, девчонки, красота. Вот как выглядит тюбик. Так, и давайте посмотрим скорее бальзам. Ой, он тяжело прям открывается. Вау! Ничего себе! Вот это круть! Сейчас сделаем свотч.
Вот, девчонки, как выглядит на коже, потому что сейчас на губах вам буду показывать, там будет не совсем понятно, потому что у меня татуаж губ. Смотрите, он действительно пахнет манго, это божественно, просто божественно. Несмотря на то, что такой яркий стик, оттенок на коже такой персиково-коралловый, очень красивый. Вот сделала, девчонки, побледней, там наслоила, прям очень красивый оттенок, прям мне понравился. Ну, сейчас я нанесу на губы. Мне кажется, на моем цвете губ, на моем-то тоже будет тоже круто смотреться. Помадой я стерла. Блин, мне хочется куснуть, ей-богу, я обожаю аромат манго, маракуйю, что-то такое. Он круто очень пахнет. Классная питательная текстура. Конечно, на моих губах вы оттенка не видели, поэтому я вам сделала подробный сводч. Обалденная. Очень крутая текстура. Мне безумно нравится. Прям будет лежать у меня в сумочке теперь на постоянной основе. Крутой бальзам. Супер. Ну и, собственно, ради чего затевалась вся эта песня, девчонки, это аромат Matin Blanc. Если я не ошибаюсь, да, Matin Blanc. Мне приходило в подарок мини-версии 10 мл этого парфюма, и я безумно влюбилась. Просто. Я до сих пор храню пустой флакончик, иногда открываю его, нюхаю, потому что, ну, мне очень нравится этот аромат. Приходит в слюде. Сейчас мы с вами откроем 100 мл в августовском каталоге. Они, по-моему, там прямо в начале, эти ароматы, и они по цене за 1900. То есть и так хорошая скидка, потому что обычно вот эти парфюмы, они стоят, по-моему, 3900, 3600, 100 мл, да? Коллекция ароматов и фраше. Именно вот этот Matin Blanc, потому что из этой же серии мне приходили другие ароматы, а вот этот прям безумно понравился. Я искала с похожими нотами сначала туалетную воду в других каталогах. Просмотрела все парфюмы и фраше на сайте. С похожими нотами не нашла ни один и поняла, что мне надо только это. Пока взяла. Нашла, слава богу, каталог августа. И я теперь просто буду поливаться, девчонки, этим ароматом с ног до головы. Оформление у них, конечно, незатейливое, у этой линейки парфюмов и фраше, но меня это мало волнует, если честно. Меня волнует наполнение, и я безумно счастлива, что урвала в подарок этот аромат. Я надеюсь, он не отличается от 10 мл. О да, это оно. Все. Я теперь ежедневно вот так вот буду опрыскиваться. Мне очень нравится, девчонки. На мне он почему-то не очень стойкий. Он буквально вот через пару часиков выветривается. Поэтому вот этот вот формат, это прям для меня. Буду везде его с собой таскать. И хотелось бы взять еще, честно говоря, в запас, потому что мне очень нравится. Мне безумно нравится шлейф, он очень крутой, и аромат многогранный, он сначала раскрывается так, потом так, мне нравится. И особенно мне нравится шлейф, вот я от него вообще тащусь, почему я постоянно нюхаю пустой флакон. Все, девчонки, я счастлива, возможно, еще буду сейчас делать заказ по сайту, потому что там тоже крутые сейчас подарки, на самом деле, их много, они крутые. О, вообще супер, все. Давайте посмотрим, какой каталог пришел. И напишите, пожалуйста, девчонки, в комментариях, интересно ли вам в будущем будет смотреть со мной вместе каталог, обзор каталога, бланки и так далее. Я не знаю, бланки приходят. Накладная, сейчас я вам покажу накладную по ценам. Вот накладная, вот все цены. Специальная скидка 3900, смотрите, ничего себе. Каталог мне прислали. Вот туалетная водичка, она, да, 3900 100 мл стоит. Или она парфюмерная у нас вода. И всего я отдала вместе с доставкой. Значит, за заказ 1037, 230 рублей за доставку. 1267 рублей я за это все отдала. Так, ну и что же здесь за каталог? Где, девчонки, посмотреть, какой это месяц, какой это номер? Сейчас буду разбираться. Зачем, девчонки, в каталоге лежал вот этот конверт? И фраше, адрес, от кого, куда, место марки, пустой конверт. Зачем он там лежал? Я не могу понять. Нашла, девчонки, бланк заказа мне пришел 9-RISH-2AS-01. Давайте я вам покажу его поближе. Бланк, вот, девчонки, бланк. Я так и не нашла, где посмотреть, за какой месяц этот каталог. Кто знает, девчонки, обязательно отпишите. Я не нашла, за какой это месяц. Но вот сам бланк. Вот он. Если вам интересно, я потом буду делать такие ролики в формате прям фотографий, да, слайдов, чтобы все было видно и наглядно, потому что я, допустим, вот искала бланки, когда и каталоги, я не могла нигде найти. Мне кажется, это будет удобно. Продукты фраше на выбор в подарок за заказ от 999 рублей. Смотрите, здорово, в принципе, есть что выбрать по этому бланку.
Вот наклеечка 1 плюс 1, минус 50, минус 40, минус 30. Так, что тут еще? Ну и все, и вот это вот пусто. Идеи подарков. Набор роскошный 3 уж 649 рублей. Подарок сюрприза, заказ от 2 350. Недавно видела у знакомой на канале, по-моему, да, Светлана Иволга снимала. Она делала по этому бланку заказ, если я не ошибаюсь, ей в подарок сюрприз. Пришло что-то хорошее. Ну, в общем, не ерунда. Я уже забыла, девчонки, я смотрела давно, но что-то хорошее ей, по-моему, пришло. В общем, вот такой вот бланк. Надо разбираться. Доставка 0 рублей, если сумма заказа достигает 2 150. Он доставится вам бесплатно. Так, вот каталог. Обычно как-то на каталогах пишут месяц, да? Я здесь нигде не увидела. Я надеюсь, что это новый каталог, не какой-то старый. Так, вот первая страница. И здесь нигде тоже нет месяца, девчонки. Август это или сентябрь, или что. В общем, давайте мы с вами быстренько пролистаем. Посмотрим, что за предложение. Может быть, я окажусь вам полезной. Что здесь интересненького есть. Цены на Себа Вежиталь. Новинки вот эти вот с ромашкой, по-моему, да, с ромашкой. Так. Смотрите, подарок на выбор бесплатно для вас. Благодарность за то, что вы познакомили с нами вашу подругу. А, это если подругу приводим. Компания приготовила для вас два подарка на выбор. Туалетная водичка и что-то плед. Ага, вот так вот. Подарки для ваших подруг. Красота. Вот они все подарки. Бланк заказа моей подруги. Вообще огонь. Здесь коды наборов, вот как раз которые мы можем взять себе в подарок. Я обычно смотрю на парфюмы в основном. Но мне, вы знаете, захотелось что-то и помадки прям попробовать у Yves Rocher. Так, парфюмы будут. Soul Elixir, все виды. Несколько нот любви, как явность. Средства для мужчин, коллекция ароматов. Вот смотрите, наверное, моего вот здесь опять нету. Вот я вот так вот искала во всех каталогах, только в одном в августовском он был. А, нет, вот есть. Матин Бланк, флакон 30 миллилитров. Только. Вот такие парфюмы в каталоге. Я подумаю, может, в следующий раз возьму себе какую-нибудь помадку. Интересненькую, матовую, конечно же. Но вообще бальзамчик мне очень понравился. Сейчас на губах прям комфортно. Вот они, бальзамчики. Я брала по 149 рублей. Сейчас уже будут 159. А, вот он мой. Он очень крутой. Девчонки, вот про это средство я вам рассказывала, которое восстанавливает круто волосы. Просто, просто круто. Мне очень понравилось. Но это прям берите обладательницу убитых волос. У кого кончики вообще вот со дня на день отвалятся. У кого волосы нормальные, утяжелит однозначно. И наносим на кончики. 519 рублей. Это крутая цена для него. Надо будет думать, про запас брать, а то потом подорожают или уберут, и вообще. Предложение на гели для душа по 159 рублей. Будут они, все ароматы, по-моему, какие только возможны. Так, что тут у нас интересно? Вот как раз помадки. У меня румяшки есть, румяшки классные. Вот они, ароматы. Не по этому ли каталогу я и заказ, девчонки, делала? Нет, там они как-то были прямо на первой странице, и они будут, смотрите, 1950 со скидкой 50%, 1 плюс 1, 3900. Вот он, где мой любимый, вот он, прям обожаю. Вот прям вся линеечка на развороте. Так, вот еще какие ароматики у нас тут есть. Ну, в общем, вот так. Если вам интересно, девчонки, напишите. Я буду фотографировать каталог и делать вам видео в таком формате именно вот слайдов. Потому что каталоги не у всех есть, не все оформляют эту рассылку. Это очень полезно будет. Ну, для меня, по крайней мере, я вот долго сидела в интернете и искала. Ну, вот и все, мои хорошие. Если видео вам понравилось, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.